Привет всем, с вами канал TSKSGO, очередной контракт. Вот смотрите, из таких вот SG-553 старина жавчик может выпасть, получается. МАК-7 Зов Монстра, ТЭК-9 Брат, МАК-10 Шарм, автомат Галиль, подразделение MP5SD Умелые Ручки. Давайте посмотрим то, что выпадет. Контракт обмена. Это все после полевок. Сейчас подробно все разберем. Посмотрим. Так, тут у нас получается еще нарисовывается, как я понял, еще один скин. А нет, ровно вот эти все скины. Это все после полевых испытаний они. Флот, я думаю, наверное, не будем смотреть, друзья. Так, флот не будем смотреть. После полевок. И погнали, да? И то, что выпадет, пробежимся, как всегда. В игре, я думаю, в обычном режиме. Так, давайте, наверное, посмотрим все-таки, сколько стоит он. Стоит он сейчас, получается, практически 8 рублей. Это контракт на 80 рублей. Контракт на 80 рублей, друзья. И выпадывает нам. Все готовы. Раз, два, три. Let's go. One, two, three. Я думаю, все-таки, наверное, будет выгоднее, чтобы выпал автомат Галиль подразделения, наверное, скорее всего. Вот. Или МАК-10 Шарм. По цене. Контракт на 80 рублей и выпадывает нам. Блин, так 9, брат. Тоже после полевок коллекция Разлом. Такая ерунда. Видно, что весь покоцанный. Так, и он тоже после полевок, друзья. И смотрим на эту ерунду вот с таким рылом. Видите, такое рыло выпало. Так 9, брат, коллекция Разлом. Но это даже не синька, друзья. Я удивлюсь, если он стоит реально каких-то денег. Контракт был на 80 рублей. Такого скина у меня не было, друзья, с таким рылом. Так, это что, флот? Смотрите, какой 0,027. И барабанная дробь, самое главное, сколько он стоит, друзья. Больше 80 рублей наш контракт окупился. Так, 9, брат, 44, 52, 48. Здесь что-то цена 48, контракт на 80 рублей. И он у меня стоит от 56 рублей, друзья. Ну, хоть не по нолям, так сказать. Ладно, черт с ним. Так, видосик идет. Давайте поставим эту бредятину за террора. И погнали, в обычном режиме пробежимся. Давайте вот на этой карте, наверное, да? Посмотрим, как эта ерунда играет, так сказать. Так, вот смотрите, у меня ранг рядовой 3. Кому видно? Давно я не заходил в CSGO. Не было времени, друзья. Вот решил контрактик сделать. Думал, может быть, что-то изменилось. Сейчас как цены, как я понял, в это растут, идут вверх. На вот эти вот пиксельные скины. Так, у нас загружается карта Каблестони. Обычный. ФПС-ка. Видите, наверное, да? 100. 101. Что-то в последнее время ФПС более-менее стал играбельный ФПС. До этого FPS был неиграбельный, где-то 15 FPS было невозможно играть. Так, не дает зайти, друзья. Ну ладно, на этом это сегодня все. Всем удачи, всем пока. Пишите комменты, ставьте лайки. Удачи, до свидания, пока.